В 2021 году школа Росатома отмечает десятилетний юбилей. В честь этого события во всех городах атомщиков проходят праздничные мероприятия. Поздравительный марафон от Нововоронежа принял и город Десногорск. 14 мая на круглом столе в Нейтрино прошла встреча представителей школы Росатома и членов администрации с самыми активными участниками проекта. Проект из года в год поражает новыми идеями. И недаром он носит название «Школа», так как, участвуя в нем, вы учитесь новому, развиваетесь, делаете свою жизнь и жизнь окружающих лучше, насыщеннее и интереснее. С приветственным словом к детям, их педагогам и наставникам также обратился заместитель директора Смоленской атомной электростанции, председатель городского совета Анатолий Терлецкий. Наш проект, замечательный проект, сделан очень много. Но сколько еще много предстоит сделать? А это невозможно без вас, тех, кто сегодня еще в школе, кто учится, получает знания, кто проявляет себя как активным гражданином. Без вас, ребята, это невозможно. За вами будущее. За 10 лет школа Росатома объединила и дала возможность творчески и профессионально реализоваться полутысяче школьникам, 300 воспитанникам детских садов и 100 педагогам. О проделанной за эти годы работе вспомнила председатель комитета по образованию Татьяна Токарева. Она также отметила основные направления проектной деятельности школы Росатома. Основными направлениями данного проекта являются конкурсные мероприятия для муниципальных образований, образовательных учреждений, школ и детских садов, конкурсные мероприятия для учителей и воспитателей, вебинары, стажировки, курсы повышения квалификации и также мероприятия для талантливых детей. Многообразие конкурсных программ в различных научных и творческих сферах привлекают школьников различных возрастов и интересов. Для многих из них участие в проектах школы Росатома помогло в развитии личных и профессиональных качеств. Я думаю, школа Росатома помогает раскрыть свои способности и ограничивать себя стенами образовательного учреждения. Школа Росатома позволила мне поверить в себя. Я научилась не только лучше понимать настоящее, но и знаю, как построить счастливое будущее. После поздравления школьников в Центре культуры и молодежной политики состоялась еще одна встреча с победителями и призерами конкурсов «Школа Росатома». Здесь поздравляли самых юных конкурсантов, воспитанников детских садов, за участие в конкурсе рисунков и кричалок. Председатель комитета по образованию Татьяна Токарева вручила детям грамоты и памятные сувениры. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.